Вот, и он вот таким образом крепится, то есть у него есть... Да, уже начали. Вы смотрите Beauty Time. У меня есть мечта, я хочу стать Человеком-пауком. И я мечтаю встретить единорогов, а потому что я их обожаю. Мы занимаемся всяким, и я хочу многое чего. Вы такие... Вопросы задаете. Скажите, какие вопросы? Ну, я сказала. Все, закончили? Закончили уже. Итак, мы сегодня в компании моделей из агентства Чел Модел. И сегодня для младшей и средней группы телевизионный мастер-класс от команды Beauty Time. Всем привет, меня зовут Вася, мне 8 лет. Меня зовут Вера, мне 8 лет. Я учусь в первом классе. Я езжу еще в школу моделей. Чел Модел. Меня зовут Лера, мне 9 лет. Я занимаюсь школой моделью. Меня зовут София, мне 11 лет. Я учусь в школе, занимаюсь спортом фитнес-аэробика. Также я хожу в школу Чел Модел. Меня зовут Милана, мне 10 лет. Еще занимаюсь скалолазанием. Иногда даже лазил по горам. Моя мечта стать моделью знаменитой. Еще у меня есть домашнее животное. Это собака. Ее зовут Буся. Мы с ней гуляем и играем. Мы уже не в первый раз проводим мастер-класс для ребят из агентства Чел Модел. С девочками и мальчиками помладше тоже все серьезно. После теории сразу практика. Ребята рассказывают о себе, ведь навыки самопрезентации совсем скоро пригодятся каждому из них. Меня зовут Бабава, и мне 5,5 лет. Меня зовут Ева, мне 11 лет. Я учусь в школе и учусь в школе моделинга Чел Модел. Меня зовут Плосковья, мне 5 лет. Меня зовут Ксюша, мне 6 лет. Я занимаюсь школой моделей. Всем привет, я Катя. Я занимаюсь волейболом, баскетболом и прочим другим командным спортом. Я хожу заниматься на карате, скалодромом, там, гончарным делом. Я люблю рисовать в моем садике Каибри. Я рисую на дополнительном, хожу на карате. И еще я хожу в бассейн. Я занимаюсь танцами. Там учат нас танцевать, и мы пойдем на сцену танцевать. Я больше хочу быть волейболисткой, но иногда бывает то, что хочется стать и моделью. Ну, у нас раньше было 3 собаки. Ромка, Рекс, и там еще одна была собака, забыла, как зовут. ТНТ, да, еще какие? Дисней. Ну, вот, совершенно верно. Ну, тут, согласно с вашим интересам и вашему возрасту, телеканалы, которые вы смотрите, это развлекательные, да, телеканалы. Рассказали ребятам о том, какие жанры и программы существуют на телевидении, какими инструментами пользуются корреспондент и оператор и из чего состоит их работа. А ребята, в свою очередь, поделились впечатлениями от своего, пока хоть и небольшого, но уже ценного модельного опыта. Я занимаюсь моделингом и хожу на всякие фотосессии. Нас здесь учат дефиле, здесь проходят уроки английского, этикета, растяжка. Также сегодня у нас была акваэробика. Успела научиться, например, к английским словам некоторым. Еще, как правильно ходят модели, столовому этикету. Мои самые любимые предметы – это хореография и акваэробика. Мне очень нравилось позировать и фоткаться, и из-за этого меня мама сюда записала. Плавильно – это как, чтобы плавильно все было, красиво одеты, чтобы все было красиво. Нужно запоминать все движения, повороты, как именно нужно идти. Трудности иногда возникают именно в правильной походке. Меня привлекает в модельном бизнесе то, что можно красиво ходить, нас учат, и фотопозирование. Мне кажется, то, что профессия модели очень красивая. Мне нравится то, что тебе могут делать укладку, макияж.
ты ходишь уверенно в себе, красиво, примеряешь новые образы, показываешь их людям. Умение выступать перед большой аудиторией или говорить на камеру – дело непростое. Однако для первого раза ребята справились с задачей на отлично. Регулярная практика, и каждый из них сможет уверенно и ярко делиться эмоциями с друзьями, рассказывать об увлечениях и первых шагах в модельном бизнесе. У меня все, спасибо, вы смотрите Beauty Time. Вы смотрите Beauty Time, меня зовут Катя. Вы смотрите 31 канал. Вы смотрите Beauty Time. Вы смотрите Beauty Time, с вами была Ева.